Кассет номер 5. Савейва Яков Розенбоем, интерьер Елена Феликс. Вы после войны работали в какой области? Я окончил институт по специальности инженер-механик оборудования, химического оборудования, вот химического оборудования, по оборудованию химических и нефтеперерабатывающих производств. Вот такая специальность. Значит, работал я в различных областях. Вначале я работал в области насосостроения, а потом в области, в различных областях машиностроения я работал. И в конце, да, вначале я работал, значит, инженером, старшим инженером, руководителем группы, потом я работал начальником отдела, потом уже главным инженером конструкторского бюро. И последние 20 лет я работал главным специалистом по оборудованию нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств в институте в НИПИНЕФТЬ. Это институт научно-исследовательский и проектный по проектированию заводов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. В институте было там около 3000 человек. Я работал главным специалистом по оборудованию этих производств. Последние 20 лет, перед пенсией. Какие-то проявления антисемитизма вы чувствовали за это время? Я уже говорил, что лично по отношению ко мне я очень остро таких вещей не испытывал. Но наличие духа антисемитизма даже в институте имело место. Скажите, пожалуйста, вот в вашей личной жизни за это время были какие-то перемены? Я спустя несколько лет после того, как я расстался с первой женой, в связи с тем, что она вышла замуж во время моего плена, я женился на другой женщине. Его звали Колесинская Элеонора Петровна, русская женщина. Мы не расписывались, жили несколько лет так просто, но мы были единой семьей. У нас, к сожалению, может быть, к счастью, детей не было, потому что у нее был отрицательный резус, у меня положительный, поэтому у нее это было опасно. Все. Дальше, поскольку мы должны были получить квартиру, мы расписались. Жили уже расписанными, но со временем я узнал какие-то отрицательные моменты в семье в целом с ее стороны. Ну, она сама себя вела не очень хорошо, в некотором отношении там недовольна была, там нужно было больше, там то-то все. Неприятно было тоже во многих отношениях. Но дело еще не в этом, я человек уживчивый. И дело в том, что, насколько я сумел выяснить, они стеснялись моей национальности. Они, когда их спрашивали, они не говорили о том, что я еврей. Я помню случай, когда ее сестра сидела недалеко от дома, это было, значит, еще в такой, под Москвой, и ее подруга была там, и она спрашивает у ее сестры, что это такое у мужа твоей сестры, имя Яков. Это имя-то вроде еврейское. Сестра ее говорит, нет, он не еврей, это просто у него такое имя. Он не еврей. А она говорит, та подруга ее говорит, ты знаешь, говорит Яна, я, например, комсомолка, и у нас и брат комсомолец, и отец член партии, но наши родители с самого детства нас воспитывали комсомольцев и пионеров в духе антисемитизма. С самого детства. Вот такое признание. Так что детей русские люди чаще всего, я хочу сказать, вообще говоря, я не могу сказать ничего против России в целом, как против русских в целом я ничего не могу сказать. Русский характер – это неплохой характер, в принципе. Но русский не испорченный характер, глубинки. А вот люди испорчены, они все почти что потенциальные антисемиты. Почти все. Скажите, пожалуйста, до какого года вы работали? Я работал до 1985 года включительно. 1985 год. Дело в том, что у меня были часто воспаления. У меня остеомиелит, и сейчас тоже. Остеомиелит правого плеча, у меня сустава нет, и там все кости разрушены. И там процесс. Если я перегружаю или переохлаждаю это место, то у меня получается сильное воспаление. То вот тогда-то у меня часто воспалялось, я часто попадал в госпиталь. И вот уже в 85 году у меня было такое сильное воспаление, и общее состояние у меня настолько ухудшилось из-за этого, что меня вызвали на СТЭК,
и сказали, что больше мы вам работать не разрешим. Мне дали вторую группу обратно, потому что у меня вторая группа была до выхода на работу после института. А на работе, на второй группе работать нельзя. Я попросил, пошел в ЦЭК, попросил, чтобы мне дали третью группу. Мне дали третью группу. Инвалидности. Инвалидности. И у меня все время был инвалидом войны. И вот когда случилось со мной окончательно это тяжелое состояние, это воспаление, мне вернули вторую группу в ТЭКе, закрыли бюллетень и сказали, больше вы не работаете. Скажите, почему вы решили приехать в Израиль? Как вам пришла в голову эта мысль? Я должен сказать, что хотя в свое время был, может быть, патриотом России, в особенности до войны, во время войны, после войны я уже таким патриотом не был. Раскрылось очень много преступлений, раскрылось настоящее, что творилось, никакого социализма, никакого коммунизма там не было. Моя сестра погибла в лагерях сталинских. Поэтому, естественно, у меня уже никакой такой привязанности к этой стране особо не было. И вот когда образовалось государство Израиль, только возникло очень много евреев. Я бы сказал, наверное, 100% евреев Советского Союза вообще очень радовались тому, что образовалось это государство. Те, которые имели в виду, они уезжали пораньше, те, которые могли. Я не мог по целому ряду соображений. У меня было связано с дочерью. Дочери личной жизни тоже складывалась не совсем гладко. Потом она вышла замуж за русского. Русский не хотел никуда ехать. Я работал до 85 года включительно, но я мечтал. С того момента, как образовалось государство, я мечтал хотя бы на год поселиться в Израиле и почувствовать себя в еврейском государстве, которое мне повезло, что при моей жизни, это же вообще какое-то чудо, что именно при моей жизни образовалось государство. 2000 лет. Люди скитались, и при моей жизни образовалось еврейское государство. Это сидело у каждого еврея там в сердце и душе. И у меня тоже. Я сказал, что непременно, рано или поздно поеду. И вот когда уже я почувствовал, что у меня возраст такой, что я уже, если задержусь, то я уже не смогу никак поехать, то я вот в 90-м году, в конце 89-го года, я задумал, что даже если никто не поедет, ни дочь, ни внучки, ни никто из знакомых, я один поеду. Я вообще всегда был решительным, всегда делал то, что хотел. Вот на Урал я уехал, когда мне было 13 лет, а сюда я поехал, когда мне было 73. И вот, значит, я решил и сказал дочери. Тогда, через некоторое время, старшая внучка сказала мне, дед, я тоже хочу с тобой поехать в Израиль. Я сказал, что если мать не возражает, я тебя с удовольствием возьму. А так как меня дочь, конечно, очень любит, и она мне доверяет, вообще так, и дочь, и внучка очень хотела поехать. Она сказала, ну ладно, раз дедушка едет, то я разрешаю тебе поехать туда. Сейчас есть возможность общаться вообще, поезжай. Если тебе не понравится, я думаю, что я буду возможность вернуться. И мы в конце концов, в 90-м году, весной, феврале месяце подали документы. Она получила очень быстро разрешение, уехала раньше на полтора месяца, а я был когда-то засекречен много, поэтому меня очень долго штудировали. В конце концов, мне дали разрешение где-то в конце июля или в начале августа. И вот 16 августа 90-го года я вылетел в Израиль. 17 августа я сюда прибыл в 90-м году. И с первого дня мне здесь понравилось все, да, сама атмосфера. Хотя я там не очень страдал от антисемитизма, но я чувствовал эту атмосферу. Я чувствовал, как другие страдают от этого. И вообще, что какой бы ни был человек низкого уровня, он всегда на тебя, как на еврея, смотрел сверху. И всегда еврей считался человеком второстепенным. Всегда. И всегда евреи ущемляли, я этого не чувствовал, но всегда евреи ущемляли при поступлении в институт детей. Это неофициально в процентном отношении брали. При поступлении на работу. Вначале человек приходит на работу, ему в отделе кадров говорят, что ваша специальность нужна. А потом вы позвоните, вы потом придете. Когда смотрят паспорт, ему говорят, вы потом позвоните. И он уходит, звонит, он говорит, знаете что, уже это место ваше занято, появился человек, как раз тот, который нам точно нужен. Вы приехали в Израиль в 90-м году. Чем вы занимаетесь в Израиле? Значит, первые два года я
усиленно учил иврит. Мне очень понравился этот язык, я вообще люблю языки, я знаю и другие языки тоже. Вот. И я в течение 2 лет сам, в Ульпан я не ходил ни одного дня, сам по учебникам, грамматику и все, я изучил иврит на бытовом уровне, так что я могу разговаривать, могу понимать, о чем говорят, и могу писать, и могу читать. И вот когда я овладел этим, я решил помочь этой стране, которая мне платит очень приличную пенсию, поскольку я инвалид войны, и кроме того, я имею возможность за счет этой пенсии жить в приличной квартире до сих пор, хотя я живу 8-й год в стране, я пока жилища государственного не получил, ну, вообще обещают, но я от этого пока особенно не страдаю, просто потому что я старый человек, мне переходить из квартиры в квартиру неудобно, поэтому, конечно, я хотел бы получить какую-нибудь небольшую квартиру, но будет, не будет. Я, во всяком случае, не имею никаких претензий к государству. Я с первого дня и до сегодняшнего дня очень доволен пребыванием в Израиле. Я просто счастлив, что я здесь живу. Вы здесь работаете? Вот, как только я усвоил иврит, я тут же начал искать место приложения своих знаний. Вначале я обратился в армию. В армии сказали, что я могу только физическую помощь оказывать там определенную, но поскольку я инвалид, рука у меня плохая, я сказал, что нет, я головой могу, я офицер, вообще могу, мне сказали, что этого нам хватает. Тогда я пошел в организацию, которая называлась Агудат Шило. Это организация, которая занимается оказанием помощи одиноким старым людям. Одиноким может быть паром и просто одиноким. Вот там я работаю 5 лет. У меня есть соответствующее удостоверение, у меня есть награды за это и благодарности. Не только за это, когда были события на северной границе, были события, когда я еще жил в однокомнатной квартире, я попросил дать мне детей, тогда оттуда нужно было население вывозить, я попросил Верие дать мне детей оттуда, я их буду кормить вообще, если же кончилось это событие, не успели, однако мне из Верии прислали большую благодарность за то, что я выказал такое желание взять детей оттуда. Потом у меня еще есть много благодарностей. Во всяком случае, я себя чувствую очень хорошо в связи с тем, что я занимаюсь этой работой. Я помогаю этим всем людям. Я могу старикам ходить, покупать им лекарства. Если надо, из магазина что-нибудь купить. Если надо, сопровождать поликлинику, сопровождать байт слепые, сопровождать в больницу, написать им письма. Перевести русским, например, я работаю и с сабрами, и с ватиками, и с алимами. Алимы всегда обращаются переводить письма, написать им письма, жалобы, то да все. В общем, все в округе, я живу все 7 лет вот здесь, в этой точке. Вот рядом дом 3,5 года, и в этом доме 3,5 года. Меня здесь все знают и окликают, когда я хожу по улице. Потому что каждому что-то надо. Вы работаете на добровольных началах? На добровольных началах. Это называется на иврите «бегит надвуд». Бегит надвуд, это значит добровольно. Без денег. Они метнадев. Я доброволец. Скажите, пожалуйста, сколько у вас внуков? Что вы? Сколько у вас внуков? У меня 2 внучки. Как их зовут? Одну зовут Марина. Она живет здесь в стране. Она, вот, которая приехала со мной. Она здесь вышла замуж. И всего-навсего 10 дней тому назад родила мне правнука, которого зовут теперь Даниэль. Даниэль Ран, его фамилия. Так как ее новая фамилия моей внучки Ран, а была она черная. А вторая внучка, ее зовут Таня. Таня. Она живет еще с мамой и с отцом в Москве. Они меня навещали пару раз здесь, в Израиле. Мы переписываемся очень часто с ними вообще. И они уже тоже знают, они там изучают иврит, их в школах там, в воспресах, обучают израильтяне. И почему они изучают? Потому что они мечтают тоже переехать сюда. Скажите, пожалуйста, вот теперь уже 50 лет спустя, после окончания войны, что бы вы хотели сказать назидание потомкам? Я хочу сказать, что, к сожалению, многие приезжающие в Израиль, алимы, есть разный образовательный уровень, есть разные воззрения, есть разные требования, есть много людей, которые не полностью довольны тем, что делается здесь, что они получают, каждый хочет там получить больше, так и сяк. Я хочу сказать всем, что
что все должны быть счастливы тем, что мы что мы обрели свою родину наконец. Ее надо защищать и делать то, что говорят, что нужно делать, а не то, что ты хочешь. То, что возможно, там нужно работать. Потом будет лучше, будут рабочие места. Но надо помочь, все это создать. Нельзя допустить того, чтобы люди меняли страну, приехали в родную страну и требовали максимум удобств. Этого быть не может. Надо самим строить. Люди, которые приезжали в начале, когда образовали государство, им не давали того, что сейчас дают нам. Мы никто не живем на улице. Мы никто, никто из нас не голоден. И мы не имеем права жаловаться. Мы должны хвалить эту страну и защищать ее, чтобы дети совершенно спокойно шли в армию, не удерживать детей. Потому что кроме наших детей, наших внуков, нас защищать никто не будет. Никто в мире сейчас пока не на нашей стороне. Но это наша страна, и мы имеем возможность здесь, при наличии такой сильной армии, хорошо вооруженной, мы имеем возможность защищаться до последнего. Это не то, чтобы люди наши сгорали в камерах газовых. Здесь есть оружие. Я инвалид войны, мне 80 лет. Но если нужно, я возьму автомат. Это все. Люди, мы в своей стране. Давайте жить хорошо, дружно, и защищать ее, и строить ее. Это такая возможность. Ее не было никогда. Такая возможность строить свою страну. Нас называли людьми без племени, без рода, без племени. Нас называли в России. А сейчас у нас есть племя, есть род, есть страна. Все есть. Все есть. Надо защищать это. Надо защищать это. Надо, чтобы это государство существовало вечно. Вот все, что я могу сказать. Тяжело говорить об этом. Это очень серьезный вопрос. Как вы думаете, что помогло вам выжить? У меня такой характер. Я оптимист. Я никогда не думал о смерти. Когда врач, я лежал мертвый в госпитале военнопленных, говорил окружающим, что мне осталось жить неделю или две, они думали, что я без сознания, я не слышу, я все слышал. Я про себя говорил, что я в таких условиях, если немцы не узнают, что я еврей, и не разорвут меня, я в таких условиях умирать не хочу. Я хочу умереть, но дома. И это мне помогло. А повлияло? Это мне помогало жить дальше. И это помогает мне жить здесь. Здесь я доволен всем. Я, правда, обеспечен прилично, но я жил полтора года на пособии Битух Леуми 583 шекеля. Полтора года. И я чувствовал себя хорошо, только потому, что я живу в своей стране. Скажите, повлияло ли каким-то образом пережитое на ваши решения, поступки? На решение это только в том смысле, что я перестал верить в светлое будущее, которое обещали построить в России. Я понимал, что в России все пока идет к худшему, а не к лучшему. И это мне помогло надеяться на то, что рано или поздно я все-таки попаду в страну, как у нас ее называют здесь, в историческую родину, на историческую родину. И здесь, если у меня еще будет хоть малейшая возможность, я сделаю все, что смогу, пока не умру. Почему вы решили поделиться своими воспоминаниями? Я думаю, что, может быть, об этом не следовало бы говорить. Но, с одной стороны, я никогда по-настоящему ни с кем этими воспоминаниями не делился. У меня есть некоторые мемуары в военного времени, плена, но я их никому не отдавал. Здесь вообще хотели обо мне написать материалы, я сказал, что меня это не интересует. Но сейчас
Я имею в виду, что все-таки каждая жизнь, в каждой жизни есть что-то ценное, из чего можно что-то извлечь хорошее для больших дел и для малых дел. Я прожил очень большую жизнь. Я хочу сказать, что не каждому удается пройти через такой путь без серьезного урона, так, чтобы дожить до возможности сделать это интервью. Поэтому я решил, в конце концов, если будет какая-то запись для людей, и если она принесет пользу этим людям, то я хоть оставлю какой-нибудь след о себе и о том, как все это было, как все это было. К сожалению, даже на 5 кассетах невозможно рассказать и не только сотой, может быть, тысячной доли того, о чем можно было бы рассказать, рассказывая о своей жизни. Это насколько показано штрихами только, и то это заняло 5 кассет, и столько времени. А вообще-то, конечно, история жизни очень интересна. И каждая жизнь очень интересна. Мы из литературы ведь тоже черпаем очень много интересного, только потому, что в каждом герое какого-нибудь произведения мы видим какой-то либо пример для себя, либо пример добрый для себя, либо пример, которому не следует подражать. То же самое люди, пока мы живы, пока живы летние люди, которые пережили все это тяжелое, у которых погибли все родные, как у меня, они должны сообщить всем, потому что даже в Израиле молодежь, которая родилась здесь, она очень мало об этом знает. И она очень смутно себе представляет, что может случиться, если эту страну не защитить. Если они построят, если они будут ругаться, если они будут распри, если это не будет единый народ, как один, они имеют смутные представления. И я считаю, что в Израиле проводится слишком мало воспитательной работы среди молодежи. Все говорят, школа. Нет, не только школа. Всюду радио, телевидение. Слишком много передают развлекательных программ, слишком мало воспитательных программ. Я считаю, что воспитательная программа... Почему сейчас такие не очень хорошие отношения между русской общиной и, скажем, марокканской общиной или еще другими общинами? Это все связано с тем, что проводится недостаточно. Мы же все один народ. Мы все евреи. Мы все прошли через Галут. Тысячи лет. Мы прошли через Галут. Тысячи. И если мы собрались сюда, давайте жить дружно, вместе. Покажем пример, как евреи хотели показать. Пример всем народам, покажем пример, как нужно строить свою жизнь от нуля. Спасибо. И кроме того, я очень хотел бы, конечно, иметь для своего потомства какие-то следы своей перетой жизни. И если я получу зафиксированную информацию, о которой я говорю, то я буду очень благодарен. Спасибо большое. И вам большое спасибо за все. Это моя бабушка, ее зовут Хая, фамилия ее Ройзен. Она снята здесь где-то непосредственно после революции. А это мама моей мамы. Здесь фотография моей старшей сестры Мани, Марии ее также звали, Шапиро. По мужу, и ее мужа. Его звали Эфраим Шапиро. Я это сфотографировано не вскоре после свадьбы. Это было в Проскурове. Здесь моя старшая сестра Мария, которая была показана в предыдущей фотографии. Ее дети. Это Анюта справа и слева Циля. В середине моя мама Гося Ройзен. А слева это я. Эта фотография сделана в Хмельницком в 1936 году. На этой фотографии я и мои школьные друзья еще в детстве. Я сижу на руках у моей двоюродной сестры, преподавательницы. Справа моя двоюродная сестра Геня Ройзен, которая погибла в гетто. И выше там сидит Шмулин Зон, это директор школы. Остальные все мои друзья по школе, еврейской школе Волочиске. Фотография сделана в 28-м году, наверное. 28-м году.
Эта фотография сделана в Магнитогорске, когда я учился в горно-промышленном техникуме. Я здесь фотографирован. Справа я, слева два моих друга, которые учились вместе со мной. Фотография сделана в 32-м году примерно. На этой фотографии я с двумя моими сестрами. У нас было всего трое детей. Справа Полина, еврейское имя Перл. Слева от меня Мария, Малка, ее еврейское имя. А в центре я нахожусь. Эта фотография сделана в 1936 году. Эта фотография моя сделана в 1941 году, в декабре месяце, перед окончанием бронетанкового училища. Это врач Александра Федоровна Вещинская, изумительный врач, военнопленная, которая лечила военнопленных, когда я был в Риге. В Риге и целостился тоже. Я первый врач, к которому я попал в плену, это вот этой женщине, Александра Федоровна Вещинская. Это дети старшей сестры. Справа Циля, 12 лет по возрасту. Слева Анюта, 11 лет по возрасту. Они были в гетто и были выданы украинцами и погибли в 42-м году. Это я в 1945 году, в феврале месяце, когда я находился в запасном бронетанковом полку после войны. Это моя первая жена, Эсфир Черная, которая вышла замуж, когда я был в плену. Мы с ней прожили несколько лет потом, и она умерла в 94-м году. Это фотография братской могилы, где похоронены все евреи Волочиска, убитые в 42-м году в сентябре месяце. На этой фотографии я и моя дочь единственная, Рая. Сделана фотография в 1965 году. Это фотография моей дочери и ее мужа, которые живут в Хайфе. И они мне неделю тому назад подарили первого правнука. Так. Эта фотография сделана в институте. Я работал последние 20 лет и снята с доски участников Второй мировой войны. Можете замахнуть. Это паспорт военнопленного, выданный мне на имя Толстого Александра Васильевича, фамилию которого я носил в плену. Не ставите одну, я должен знать, чье это. Ага, хорошо. Это справка о гибели моей мамы во время оккупации, когда она находилась в гетто. Это также свидетельство о гибели моего отца во время оккупации в Волочиске, когда он был в гетто.
это свидетельство о моей добровольной, безвозмездной работе в течение 5 лет по оказанию помощи старым одиноким людям Израиля. А это почет. Это почетная грамота за активную безвозмездную работу по оказанию помощи старым одиноким людям. Добро. И вообще всегда.